И снова добрый день, дорогие мои. С вами, как всегда, Алкобард. Конечно же, мы будем что-то пить, а заодно об этом обязательно поговорим. Холодает, зима, в конце концов, на улице, поэтому будем пить сейчас, скажем так, не водку. Да, это частное производство. Это частное производство, что я делаю крайне редко. Но люди выставляются на всех этих кубках малых шлемов и так далее, и прочих подобных мероприятиях. И, соответственно, раз их оттуда ни разу с позором не выгнали, значит, они делают более-менее продукт. Сейчас промелькнула кошка в кадре. Это не летающая кошка, это все нормально. Это оператор, то есть жена, наконец-то забрала эту скотину на руки, потому что задрала она меня здесь бегать. Ладно, ребята. Темплиер, грубо говоря. Ссылка на сайт будет внизу, в описании. Пункт первый. Вам не кажется, что слизано с Кэптон Моргана? Но производитель говорит, что нет, что это чисто свое, чисто свой прикол. И, допустим, я в это верю. Значит, и сразу минусов. Минусов спереди. Ребята, золотом по золоту писать. Это вы превзошли всех. Понимаете, даже контр-этикетка читаема. Но здесь реально золотом по золоту практически. Тут не то, что вглядываться надо. Тут надо пытаться понять, что здесь написано. Ну ладно. Алкоголь, как ни странно, 38, объем литр. Об объеме чуть попозже. 38 – странное решение, честно говоря. Но я думаю, что это больше, наверное, для какой-то мягкости. Хотя что 38, что 40, разницы большой нету. Читаем зад. Традиционный кубинский ром, который получил свое название в честь рыцарского ордена, имеющего мощный флот. После распуска ордена часть флота сменила флаг на пиратский. Короче, веселый Роджер и так далее. Пристрастились к рому, понятное дело. Ну и, в общем, чтобы вода не портилась, что? Ее разбавляли ромом. Товарищ оператор, то есть жена, я предлагаю вообще всегда так делать. Вода, знаешь, как быстро портится? Ладно, потом поговорим на эту тему. Благодаря этому удалось избежать болезней, все. Технологии росли. В процессе производства не используются современные добавки, ускоряющие и упрощающие технологии купажирования. Дальше идет ссылка на сайт. И что самое интересное, по составу у нас написан ровненько 0. То есть догадывайтесь сами. Вообще по упаковке в принципе нормально. Во-первых, это литруха, ребят. Это литруха. Это уже само по себе приятно. Во-вторых, ну так нормально, заклеено даже. Сейчас порвем наконец-то. Во, получилось. Есть подозрение, что производитель этого рома очень любит ваниль. Я бы сказал, просто очень сильно. А цвет хороший. Цвет мне нравится. Так, закрываем пока. Потому что настолько бьющий ванильный запах в нос, что, честно говоря, я не ждал. Я не ждал. Мне говорили, что есть нотки ванили, но чтобы эти нотки целым оркестром тут звучали. Ну, спиртового особо нету. Вообще, честно говоря, ваниль перебивает. Ваниль реально перебивает, поэтому, во-первых, это первое. Во-вторых, будем просто пробовать. Не, ну мягко. Ну мягко. Нету жжения, такого конкретного нету. Но ваниль, конечно, ваниль. Кстати, производитель позиционирует себя как первый российский ром. Это я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Поэтому это заявление мы не будем никак комментировать. Но в принципе, можно налить вторую. А, что-то я фигней-то маюсь, подождите. Погреем чуть-чуть, посмотрим. Товарищ оператор, а что за взгляд такой? Мы замерзли. А почему? Ну давай уже. Нормально, да? Нормально. Ну тебе чуть-чуть, тебе же что снимать? Это я-то на работе, а тебе же снимать. Нам на двоих? С кошкой, да. Забирай. Вот, кстати, что-то ты далеко ушла, давай. Бульк. Ну, поехали. Ну скажи что-нибудь. Ничего не пахнет.
пахнет ванилью. Ну, пахнет, но не так, что прям ванилька-ванилька. Творожная любая запеканка гораздо более ванильная. Ты хотела больше ванили? Ну, нету тут прям так ваниль. Ладно. Ну, она еще не пробовала просто, да. Ну? А мне нравится. Пить можно, в смысле? А если это, ну, не крепковато, а если это в чай влить? В чай? Ну, я не знаю, будет ли звук по уровню, потому что она далеко от меня сидит. Знаешь что, мне реально крепковато, мне надо добавить, и я пойду с чаем пить. Подожди, тут 38, да? Куда? Ну, быстренько, а то мне холодно. Нормально, а выключать, опять все сам? Я попью чай и приду. Так, на, иди пей чай, и только кошку забирай. Ну, пойдем пить чай. Короче, как ни странно, оператор сказала, что, в принципе, ее устраивает. Мне нравится. Не, это, наверное, первый ром в моей жизни, но если ром вот этот, мне ром нравится. А, вот так я, вот. Я не эксперт по ромам. Ладно, сейчас. Нет, мне реально откровенно ванильно, просто. Ну, скажем так, ром, он, конечно, и в Африке ром, но вот конкретно таких, чтобы ванильных, у меня никогда не было. Ну, из коньячного, конечно, тянет намного так сильнее. Но реально, ребят, это съедобно. Это съедобно, пить это можно. И плюс к этому цена. Ценник, господа, литровые бутылки 1000. А производитель говорит, что если заказ от ящика, там и больше, я уже не вникал в эти подробности, то там идут скидки, 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 дешевле, дешевле, дешевле. То есть, в принципе, за эти деньги это вполне удобоваримая вещь. Конечно, до некоторых образцов оно, ну, правда, не дотягивает, но некоторые образцы эти и стоят, как бы это сказать, раза хотя бы в два дороже. Поэтому тут у меня к этому претензий особо нету. Но ванили бы стоило кидать поменьше. Хотя, честно говоря, скоро Новый год, слушайте. Скоро Новый год, там праздник, девочки, мальчики и так далее. И у меня мухи ожили вообще, охренеть. Декабрь, мухи. На Новый год, во-первых, как подарок, в принципе, прокатит. Вполне, кстати, прокатит. Во-вторых, если вот на вам надо что-то девочкам накапать такого, чтобы им было и вроде и сладковато, и вроде чуть-чуть ванильно, и с претензиями на понты, вполне. Вот я вам серьезно говорю, вполне. Поехали. Но иногда и закусить надо. По закуске у нас все просто. Сегодня сыр и яблочко. Ну, в принципе, как всегда. Я говорю, водку мы закусываем сыром, все остальное яблоком. Поэтому сейчас яблочко. За вас, дорогие мои. Продолжаем, господа. Продолжаем. Ну, знаете, я даже честно думал, как может... Ну, вы все, по-моему, прекрасно понимаете, что в сторону каких-то вот небольших производств, там, особенно частных производств, напитков, я обычно ругаюсь. Ну, я всегда говорю, что вот, например, среди самогонщиков, из них, которые именуют себя винокурами, да, из 190 гонят откровеннейшее дерьмище, а из оставшихся 10, 9 гонят самогон, и один делает действительно хороший продукт. В принципе, вот точно так же я вначале думал про это. Ну да, что-то дадут, что-то непонятное, но в принципе это вполне можно пить. То есть, ребят, это нормально. И еще раз говорю, за литр за 1000 это вполне можно пить. Вот серьезно. Да, как я уже говорил, не дотягивает до некоторых именитых образцов, но в этом задача и не стояла. А я уже, походу, принюхался к ванили. Все. Потому что мне сейчас уже пахнет чем-то другим. Причем, чем я поймать не могу. Но что-то еще здесь есть. Ну, поехали. Ну, крепость, конечно. 38, как по мне, не наш вариант. Могли бы сделать ей покрепче, но тут хозяин барин как сделал, так и сделал. Кстати, у них еще есть продукция в бочках. Но там какой-то свой ценник, причем какой-то ценник достаточно большой, поэтому я в это дело не вникал. Но смотрел, что именно вот такие вот в продаже имеются. Наслаждайтесь вкусом,
Что там еще? Заходите на наш сайт, оставляйте отзывы. Понятно. Оп. Не могу поймать. Не могу поймать, что за второй запах. То есть вот кроме ванили что-то еще такое, но это реально что-то типа специй каких. А что за запах, ну вот я сейчас идентифицировать не могу. Ну что, ребят, давайте, во-первых, выпьем по чуть-чуть. А во-вторых, давайте, наверное, так, с производителем это дело согласовано. Розыгрыш такой же бутылки с отправкой в любую точку, ну, России гарантированно, дальше как получится. Условия простейшие: репост ВКонтакте, этой видяшки, все, и в ссылке в группу мне ВКонтакте, на которую тоже ссылка есть внизу, просто оставляем там, что я отметился в этом деле. Все, больше вопросов никаких. Репостнули ВКонтакт, потом генератором случайных чисел определяем. Ну и, собственно, победивший получит вот такую вот бутылочку. А там уже сам решит, что с ней делать. Пить ли самому, подарить ли кому-то и так далее и тому подобное. А на этой радостной ноте за вас, дорогие мои, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки, за то, что вы ждете следующих видео, выходящих с пугающей периодичностью, и за то, чтобы все у нас у всех было хорошо. И всем пока. Утро, господа. Чего это я вдруг снимаю утром? Объясняю. Настолько часто вы все время пишете свои вопросы, типа, а как с утра было, был ли бадун, и настолько мне производитель этого рома рассказывал об его беспохмельности, что я решил, что с утра я встану и все-таки запишусь. И вы знаете, в чем дело? Самое смешное, что бадуна-то реально нету. Выпил я где-то пол-литра за вчера, а бадуна откровенно нет. Производитель рассказывает о каких-то своих методах фильтрации, которые недоступны простым смертным, он им, естественно, ничего не расскажет, потому что все побегут делать так же. Я на производстве не был, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть не могу, но то, что бадуна нет, реально факт остается фактом, и это, в общем-то, довольно-таки неплохо. А я уже здесь стоять замерз, как говорится, снял вам утренний отчетик, поэтому пошел кур кормить и в баню. Баня уже нагрелась. И теперь уже точно всем пока.